то, что листопадное в условиях открытого грунта называется азалией. И вот это цветение, уже, собственно говоря, конец цветения таких вот азалий открытого грунта. Красиво, красиво цветение. Вот, и само растение интересное, потом и летом хорошо смотрится, даже тогда, когда уже цвело. Вот, единственное, что нужно помнить, что у них корневая система очень поверхностная. При посадке всегда грунт меняют и делают его очень кислым. Ну и регулярно потом мульчируют посадки подкисленным таким специальной смесью. Да. Верховой торф – это основа для вот смесей таких. Потом хвойный опад добавляют, вот, и мульчируют хвойным опадом регулярно такие посадки. Вот они тут. Это, ну, полив, конечно, среди лета мягкой, обязательно водой. Ни в коем случае нельзя, чтобы кальций попадал. Интересно, а здесь их поливают мягкой водой? Ну, думаю, что да, раз посадили. Иначе они бы загнулись.